Срочное сообщение: из тела погибшего идентифицирован ближневосточный синдром. Этот коронавирус другого типа, схожий с поразившим Китай в 2000-х. Это послание. Что? Что? Да. Идеальное преступление? Давайте исследуем тело, прежде чем причина смерти исчезнет. Мы тщательно осмотрим место преступления. Лаборатория по исследованию неестественных смертей. Мы найдем убийцу. Расследование истинной причины смерти – один из способов защиты населения. Ужасный способ умереть. Криминалистика – самая ужасная работа на свете. Захочешь внезапно умереть – выбирай место с умом. Но внезапно не получится.